Друзья, привет, всем привет! Вы на YouTube-канале Мистер Фоди, и мы делаем обзор после обновления скибиди туалеты. Скибиди звук. Что тут появилось у нас? Так, у нас на фарме, получается, появились акустическая система Sony Xperion. Так это Sony Xperion, это просто... Вот мы насперли, это уши открутили. Телепор за баксы. Сколько это стоит? Телепор за баксы. Что такое означает АФК, фарм, Redwars, телефон за баксы? Что за игры такие? Все, везде нужно заплатить что-то. Так, ну желтая стена, стена расстрела также осталась у нас, получается. Ничего такого не поменялось. Ну-ка. 200 монет, 200 монет. Ух ты, брат-близнец прибежал почти. Батя! Это мой батя, ты ёптать! Что-то он какой-то странный батя у меня. Бать, мать тебя, однако, изменяла. Я-то белый, не цветной совсем. Вот если что, мамке не говори, что я тебе сказал. Так, что я тут, сколько народу-то? Прёт народчик, народчик-то прёт! А, я забыл про обзор. Стой, 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 пацан, пацан! Это кто такой? Какой-то пацан. Ты? Ты головка от патефона? Ты ей написал я. О, можно смотреть, тут что тут можно выиграть? Лерк ТВ Мэн, Лерк, Лярже, Спикермен, Камермен, 30%. Вероятность. Апгрейд Титан Спикермен 0,1%. Меч Камермен 1%. Офигеть! Это процентаж, друзья. Вот запомните, вот это, что вверху, это процентаж показано, что вы можете выиграть. Спикер Титан, спикер Мейна, 0,1%, друзья. Только есть вероятность, что он выпадет, 0,1%. Может даже здесь пройти. Вот, видите, вот здесь вот так. Упс. Я что тут ноги видел? Алекс Иродов. Ладно, хоть не уродов. О, а это что за эпизод 58? Ничего. Ранец, самосранец. И с ракетами можно стрелять, очуметь! И что это, ну-ка. Застрял, выходи отсюда. Апгрейд Титан, Спикермен, Джектман, ай, чуметь, блин. Вот бы такой у меня ранец. Упс, что тут делаю? О, теперь мы в попе. Так, а что еще поменялось, все что ли? Туалет HQ, HQ, туалет, это, наверное, это супер выносимый человек 600. Блин, вот пацаны стоят, короче, так можно нажимаем. Что у тебя есть? Не, пацан, тебе туда не стоит идти, а у тебя что есть? Ёшкин кот, смотри у него что есть тут, у него очуметь. Я в... Мистер Фоди в охерительном состоянии сказал. О, ты вот мой брат. И самолет у него, смотри, да. Ну повезло тебе, пацан, что я тебе скажу, повезло. Везет, везет. Итак, друзья, давайте заходим на стрим. После этой премьеры сразу идет стрим трансляции у нас Робокса. Все, погнали, я жду вас на стриме у себя. Па-па-па-та-та, вот такие дела у нас бывают. А, стрим-то еще идет. Ничего страшного. Это не стрим, это прямая премьера. Ну все, жду на стриме, друзья.